Им срочно нужны специальные коляски, ходунки, курсы питания и реабилитации. Шанс помочь 4 тяжелобольным детям появится у южноуральцев. Неравнодушных жителей региона медиахолдинг ОТВ и фонд «Родная» приглашают на 5-й традиционный благотворительный вечер «Добрые сердца». По традиции помощь получат подопечные фонда «Родная», герои проекта «Добрые среды» на ОТВ. Деньги нужны им для прохождения курсов реабилитации, покупки лекарств, специальных колясок, кровати и кресел. Мы понимаем, что люди получат, дети получат эти деньги, да? То есть мы идем под имя, мы верим организаторам, и мы понимаем, что у них очень велика ответственность. Ответственность перед каждым человеком, кто отдал свои деньги, может быть, последний. А гостей благотворительного вечера ждут творческие выступления. Петь, танцевать и читать стихи будут политики и бизнесмены. А затем пройдет аукцион. Среди лотов у нас будет лот от компании «Трактор» и лот от актера Мерзликина, который выступил тоже с обращением в поддержку фонда и наших деток. В прошлом году «Добрые сердца» собрали почти 1 000 000 рублей в поддержку тяжелобольных детей. В этом году организаторы планируют собрать не меньшую сумму.